Друзья, доброе утро! Сегодня у нас 2 ноября. Мы находимся в Польше, в Закопане. С утра проснулись, мы уже позавтракали и вышли мы уже из отеля. Сегодня у нас по плану термальный, как спа-курорт. Да, спа-курорт мы себе. Горячий источник у нас по плану, термал. Вот, вышли мы из отеля. Вот, идем в сторону центра. Будем искать, чем нам туда доехать. Сегодня утром проснулись, обратили внимание, что у нас сильно испортилась погода. И мы такие довольны, думаем, светит, как... Светит, испортилось. Ветер просто. Ветер сильный, да. Ну, на улице тепло очень, да, кстати. Но ветер сильный, и мы сделали такие выводы. Очень классно, что мы вчера смогли попасть на морское око. Сейчас, в общем, идем в центр. И... Идем в центр и будем искать, на чем нам уехать в термалы. Вчера вечером много считали. Здесь очень много этих термокурортов, термоспа. Не могли определиться. Долго вчера вечером читали и не могли мы определиться. Из самых таких известных, которые как бы люди там, туристы рекомендуют, это термобаня, термо Буковина Татшанська. И хохоловские термы. Да, вот эти хохоловские, да, известные. Вот здесь что-то прикольное. Это тут, это отель или там? А, это кафе-ресторан, да, какой-то? Ну, термалов очень много. А вот это заведение мы проходим, называется Горский Даймонд. Вот, термалов очень много, и остановили мы свое внимание на трех вариантах. Сегодня опять с утра почитали, посмотрели, решили ехать в эту Буковину Татшанську. Лучше всего отзывы были. Проверим, проэкспериментируем, потом скажем, рекомендуем, не рекомендуем. Там абонементы есть 2,5-3,5 часа. Наверное, возьмем на 3,5 часа. И потом мы хотим вернуться сюда, в Закопане. Вот, хочется походить еще по городу. Вот здесь вот по Закопане весь центр обойти. Да, мы еще здесь не ходили. Ну, мы ходили. Дождь был первый день, когда приехали. Дождь был. Мы ходили. Я практически ничего не снимала. Поэтому хотим вернуться сюда. Будем здесь гулять. Походим по магазинам. Вот такие вот планы на сегодняшний день. Завтра мы уезжаем. И у нас есть время до 3 часов дня. Но мы пока еще не решили, чем мы будем здесь заниматься. А еще посмотрели фуникулеры. Здесь 4 горы, которые прям вот вокруг Закопан. 3 фуникулера вообще как-то не произвели впечатления по отзывам, по описанию. Они небольшие. Они маленькие, да. Самый центральный, он закрыт. Ну, самый классный, который большой, забыла, как он называется. Вот на нем бы я хотела проехаться, но он закрыт, он сейчас не работает. Поэтому, наверное, с фуникулерами отпадает у нас этот вариант, идея. Ну, короче, нам надо в термал. Вчера вечером посмотрели, слышь, елочки попадали от ветра. В общем, вчера еще посмотрели вечером, сколько мы прошли за день. За день у нас было 27 тысяч шагов. Вот. Сегодня, конечно, так в ножках чувствуется усталость. Поэтому однозначно было принято решение ехать в термалы. В общем, как-то так, думаю, все рассказала. Очень много термалов. Ну, в принципе, отзывы там 50 на 50. Про все термалы. Есть и хорошие, и плохие. Ну, посмотрим. Ну, большинство отзывов, на что я обратила внимание, люди говорят, очень многолюдно, неудобно, некомфортно купаться, везде много людей, куча детей, аквапарки, горки. Вот, но я почему-то так думаю, что сейчас не должно быть прям настолько много людей. Вот, даже прогуливаясь вечером по городу, мы понимаем, наверное, не настолько многолюдно сейчас здесь.
И местные жители, наверное, только готовятся к началу сезона. Так, и вышли мы на центральную улицу. Центральная улица. Круповка, по-моему, она называется, да. Круповка. Классные отели, классные апартаменты везде. Вообще хорошее место. Понравилось нам Закопане, атмосферное, хорошее место. В предгорье такое. А сейчас сколько? 9:42. А полчаса ждать автобуса? Да. Ну ладно, сейчас посмотрим. Какой-то спальный райончик мы вышли. Все рядом, все удобно, все понятно становится нам. Это Закопане, маленький городишко, уютненько так все построено, сделано. Мне кажется, очень похоже на наши Карпаты. Ну и дело в том, что я в Карпатах никогда не была. Вот Вика говорит, да, очень похоже на Карпаты. Вика была неоднократно в Карпатах, поэтому я не была в Карпатах никогда. Мне не с чем сравнивать, не знаю. Ну, наверное, любителям всяких зимних видов спорта. Здесь, наверное, классно зимой. Куча подъемников, куча трасс. Классная погода. Я, кстати, была уверена, что сегодня будет хуже погода. Но глянула, блин, так холодно, так ветрено. А оказывается, нет. Вон переход. Ну, мы туда и пойдем. Лидл, слышишь, магазин? Я его вчера на карте видела, не могла понять, где Лидл находится. Прикольно, еще надо, можно будет в этот Лидл зайти на обратном пути. А нам ничего не надо сейчас. А дальше там вон еще церквушка какая-то. Еще надо в ту сторону вот прогуляться, да, пройтись туда. Да. Завтра, сегодня. Завтра мы встанем позавтракаем. Выселяться с отеля. Ой, здесь парк какой-то тоже прикольный. Прикольно. А здесь горы с этой стороны. Ждем мы автобус на термал. Если мы правильно поняли, то надо ехать в сторону Бялки Татшанской. Вот такой вот парк здесь находится. Солнечно, тепло, красиво вообще. Горы вокруг, воздух сумасшедший. Вот такой вот парк, сочно, зелено. Хорошее место. Не знаю. Вы
пойдет ли у нас возможность когда-нибудь сюда снова вернуться. Ну, хорошие эмоции, хорошие ощущения, классно. Везде отели, 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 отели. Все рассчитано для туристов, поэтому приезжайте. У кого будет возможность, приезжайте.